такой бдительный ребенок. Но ушлые дамочки не расстраиваются. Найдется и другая жертва. Например, вот эта пышная блондинка в черном платье. Легким движением преступной руки смартфон телепортируется из сумочки блондинки в сумочку воровки в кожаной куртке. Отойдя от прилавка, женщина тут же хочет кому-то позвонить, ищет телефон, но, увы, так и не найдет. А криминальной парочке уже и след простыл. Но не остается.